Пару дней назад в региональных СМИ появилась информация, что жители дома номер 30 по улице Ленинградской замерзают вот уже третий год подряд. В холодное время года температура в квартирах не превышает и 18 градусов. Все это время жители пытались справиться с проблемой, обращаясь во все возможные ведомства. Однако ситуация до сих пор не решена. В городской администрации сообщили, проблема возникла из-за реконструкции теплосетей, отходящих от котельной патронного завода. 30-й и близлежащие к нему дома были переключены на другую ветку, которая, видимо, со своей задачей не справилась. Сегодня путем поднятия параметров и проведения регулировок удалось добиться повышения параметров, и мы оставили этот вопрос сейчас на ежедневном контроле с целью мониторинга через службу 05. Насколько это проблема системная, либо это разовый сбой, связанный с западанием клапана на вентильном запорном устройстве. Также на пресс-конференции была затронута тема перепрофилирования стихийных рынков в официальные места торговли. На особом контроле стоят торговые объекты на улицах Рябикова, Хрустальной и 50 лет в ЛКСМ. 52. В ЛКСМ, называемый Восточный бульвар, там даже где сохранились таблички, там есть западный бульвар, это раньше назывался Восточный бульвар, это улица. Мы надеемся, что в течение следующего года привести в порядок. Данная работа сейчас начата, вот сегодня, например, мы на этой улице, если я не ошибаюсь, у нас был запланирован как раз демонтаж и снос одного из автобусов. Будут учтены и желания самих жителей, налажена система вывоза мусора и предусмотрены торговые места для садоводов. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.